Офигенная пушка, берем циклон. Потому... И это вторая часть нашей тренировки. Раз, два, три, надо, поехали. Бери ПП. Так, ребят, я разъединил стримы. Я потоки разъединил, продолжаем. Я за медика бегал, с АТР или ППшкой. Ну, я бы не сказал, что я прям так умею. Ну, пожалуйста, пацаны, оттеньте на хэви КПП, не пожалейте. Я играю на РУ за союзом на хэвике, я любого перестрелю один на один. Блин, редко, когда меня штурмовик, он должен выкашивать, а с таким запасом патронов в магазине особо не... Жизнь 20 патронов лесом. Так, Тихо, умели базар. Два вопроса. Первое, а что медику брать, какую пушку, как называется? Не знаю, не могу дать ответ. Кто знает? 11М. Да никто не знает, ЗНК ж не играю. НС-11М. Я понял. Хелики, кто был с бандольерой, снимайте бандольер. Одевайтесь на лапунку. Щит стандартный первый. Так. Рэмбо Дэш, мы какую ПП брать? Рэмбо Дэш на медика. Что брать? Какую ПП брать? Циклон. 167 урон, короче. Который. У меня он уже тут. Я уже бегал. Бери. Так, затем. Не надо инжей. Не берем инжей. Берем только 3 метров. Ребята, врагов только 12 штук. Патронов более чем достаточно. Ясно? Поэтому yeah, не yeah. надо плакать, что у нас патроны. Меды все с бандольерками. Идут сзади. Пожалуйста, я уже не раз видел, как мед передо мной выскакивает. Это я. Это нет, я. Нет, не ты КВ. Альфа, кто ты? Кто ты из Альфа? Yeah. Я тебе говорю. Ну как я забожил, да. Ребята, как я забожил, поднял вас на той стороне, блядь. Да, да, да. Вот КВ это было реально круто. Мы благодаря этому подъему сделали минус медика, понимаешь? Они ну, Рад, я прошу прощения, меня бомбануло просто, ребят. Продолжай. Не, это было реально эпично. Это вот мы... Вот, давайте продолжим. Да. Сейчас все будет, парни, мы идем. 5-3-5-2. Сори, ребята, можно присоединиться к вам? Я вот сейчас зашел. Ты на тестовом? Да. Окей, можно, в принципе. Но у нас уже больше. Ты к бухому подойди, потому что у нас уже здесь 11. А что за варды? Кто? Пуша какая-то, я раньше не видел варды. Варден? Как ты не видел Варден? Это же ружье. Хэвики, подошли к звездочке, хочу глянуть, как вы вооружены. Так, Рим, Хэвики. Заходи за НКшей. И там давай у нас... я лучше брит возьму. Я к нему больше привыкну. Прилетай, Пейл, Кэнин, Чемикал и Самир. Хорошо. Кстати, ты мог не ставить на него этот... чтоб отдача не начала. Вижу. Убери эту гранатомет. Что у тебя за пушку? Хочу глянуть. Смени на Дестера. ДПМ и пистолет. Ладно, будет с Гауссом. И... Ладно, так оставайся. Ребят, понимаете, вы комиссаром можете и промахнуть. Если вы Дестера начнете стрелять, то там смотрите, сколько можно выпустить пули. Я просто привык. Можно с комиссаром бегать? Я просто привык с ним. Если привык, хорошо. Если скилл есть, привык. Я уже совершал рейды с комиссаром. Вырубал по троих там иногда. Окей, хорошо, ладно. Так, Альфа, Хелики вооружены отлично. Меня устраивает. Делаем, как предложил Мука. Да, порвемся. Да, порвем. Но да, вы хоть что-то говоришь? Пишу гол и начали. Секунду. Мы готовы, ребят? Да. Мы готовы. Пишу гол, не начали. Погоди, да. Чарли, вы готовы, ребята. Да? Погоди, ХВ, у нас Чарли почему-то меды один. У нас 5 медов будет? Не, как. Ну и зашиби. А, мы раньше умрем. Муха, ты на связи? Да, сейчас да. будет. 5 медов слишком. Так, все, вижу. Пошли. Еще одного. Пошли, ребят. Окей, двинули за звездочкой. За звездочкой. Начали. Сели. Не бежим. Стелс Мишел. Что у нас? Высоко. Ну ладно. Так. Тихонько. Они вырываются. Двинули. Двинули в их здание. За звездочку. На крыше вижу движение. Прячемся за бочками, чтобы нас не спалили. Ладно, такую толпу и да не спалить, да? Не спалят, они смотрят тут.
Так, ловили. Убить! Убить его! Concussion! Блять, нам в спину зашли. Пацаны, со спины, со спины. Ёпельнеть. Да. Так, плохо получилось. Ничего, держимся. Поднимаем свои. Со спины, со спины, со спины, парни. Бэтбой со спины. Без меня стартануем. Бэтбой сзади будет. Да, без тебя ты что-то опаздываешь. Со Бэтбой там подъем сделал, парни, встаем. Бэтбой труп. Бэтбой. Еще подъем, еще подъем. Лежите все. Все, поднимаем. Так, поднимаем, кидаем рез. Да, будет рез. В здание рез пошел. Рез пошла, рез пошел. Пошел рез. Так, ребята, в здание, кто поднимется, убиваем. Нет, не воюем, поднимаем свои. Да, блять, меня убивает, аж это что, вылезаю, вот мне, и все. Резы есть, ребята, резы есть. Поднимаем. Давайте, на входе. Я да, меды все сдохли. Нифига. Просто граната. Я и Тополик сдохли, пока вы движетесь. Упс, извини. Убиваем, убиваем всех, подымаем своих. Красавчики. Вообще отлично. Нас зажали, и мы выдержали. Бухой, готовы все, все? Да, да, нормально. Ну да, да, мы умерли. Все, они умерли, пацаны. Красавцы. Пацаны, они сдохли. Там человек 6 поднял, наверное, одной гребы. Знаете, что? Можешь разговаривать, кстати. Да. Поставили отряд прикрытия в соседнем здании и двинулись через точку атаковать. Мы этот отряд прикрытия немножко подкромсали. Да, нам было нехило, но мы справились. Молодцы. Хоть раз выиграют вообще? 6-2. Они ее 2 раза выиграли. Тотальный разгром просто. Экстерминейшн. Монстр килл, да? Я. Кто с тобой был? Дайсман, Тополик, Аостров. Я еще был. В какую я толпу поднял там вообще? Да я тоже стараюсь толпу. Так все было, так? Или спокойно? Да, дай. Ребята, посмотрите, там был, был там вообще-то форшмак. Так, я там был, я в Браво был тоже. Ну, все, пацаны. В Браво, Брелла, Аустрал, Тополик, Дайсман. Больше никого не было. Все, я же был в Браво. Кто я? Так. А, Никс? Тополик, меняем. Тополик. Тополика не было, по-моему. Тополика не было, значит Никс. Да, ребята, все. Состав тот же, как у нас изначально. Браво, Гаус, Бандальерки, один мед, один инж. Альфа, мед еще один нужен. Мне брать Гаус и Гарпун? Гарпун. Гарпун будет немножко по ДПМ, мне так кажется. Плюс у него отдача чуть пониже. На, ребята, кто с ППшками, не ставьте компенсатор отдачи на него, вас слышно будет сильно далеко. Нас по-любому слышно и видно. И у меня пламя-гаситель стоит. Ну, ладно, ладно, тут я уже прибираться стал. Я просто не ставлю, решил навязать. Нет, не надо навязывать, кстати, очень удобная вещь, если стреляешь с прицела. А в большинстве случаев приходится с ППшки стрелять с прицела. А, ну понятно, мой мужиканёк это стрельба. Чё? Там наш человечек один сникает очень сильно. Ну это эти раскаются. Я же говорил, они здесь высадились, понесли. Муха, 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 вы у меня. Вот он опять. Вот, называется соси, видишь? Раз медиков, когда мы все рашли в их здание, там диверы не нужны. Ну как бы мы все дивер. Да, 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 я понимаю. Поэтому один раз за час, конечно же, берем. Да, да, да. Сюда тоже скатку. А даже. Да, кстати, у нас еще был инженер один на отряде. Ну, я сейчас. Да, остров. Давай, давай, остров. Да. Мало ли патронов. Ты прокачай себе ПТ турель. На втором этаже, на крыше, точнее на крышу, ее куда тебе поставлю? Я там нормально с ней все равно буду простреляю. В итоге. Нет, ты ее не на крышу поставишь. Ты какая прелесть. Проходишь, чтобы ее было. Проход было чуть тяжелее. Глазки и тут, а носик тут. Туда, это кролик. Глазки здесь, а это его родимые пятнышки. Это кролик. Да, Бухой. Вы готовы? Мы готовы, парни.
Нет, нет, не готово еще. Не готово. Ждем Рэбу Дэша. А чё, мы с сальниками не играем? Рэбу Дэш. Инфила. Так, ребят, я думал, у них там, наверное, уже немножко подбамливает, они, наверное, сейчас раз пойдут. Поэтому действуем как? Альфа, второй этаж, браво, крыша, Чарли на усмотрение, но не спешите. Мы это умеем. Так, мы готовы, парни. Готовы все, да. Готовы, бухой, готовы. Как пишешь го, мы готовы. Окей, понял. Тут пойдем. Взял отмашку. Пошли. Го, пошли. Альфа, по этой лестнице один хэвик. По этой лестнице два хэвика. Идут уже через точку. Понял. Крыша. Ага, смотри, там этот. Смотри, все этот. На крыше есть. А, да, на крыше. Ага, хорошо. Поставил опять. Они так крышу хотят закрыть. Уже не стоит крыша. Контролинг труп Бухова. На лестнице. Бэтбой снял. Сусанина снял. Быстро. Внизу у точки, перед входом уже. Вторая турель развернута, Планчик. Рэмбо Дэш вперёд, зачем полез, зачем? Знаешь, куда-то здесь берём. Чтобы сзади, наоборот, вместе. Ах ты, сука, меня сняли на крыше. Мне поднимать их ты. Поднимаем своего. Он убежал. Давай, пока он убежал. Так, Альфа, поднял своего за звёздочкой, быстро. Быстро за звёздочкой, Альфа. Чарли, вы сдохли. Да, быстро, мы еще лежим. Так, я тоже сдох, ребята, не обращайтесь. Аня, Шадо, спасибо. Ну, Варен готов. Заходим, Альфа. Осторожней с шоковыми своих нет. Ты выдал. Сразу вниз, Никс. Чарли в троп тоже лежат. Хаос готов. Заходим. Труп. На второй этаж проходим. Ай-яй-яй-яй. Отлично, контролим трупы. Первый этаж зачислили. Второй этаж. Один остался. Твою маму. Фури готов. Заходим на второй этаж. Планчик там. Спару готов. Второй этаж. А, меня сзади, внизу два человека, ребята. Медик вышел вперед для починки. Два человека внизу, ребята. Два человека, Ред и Спару. Да, жопа. Это хана. Мы не можем проиграть, ребята. Можем. Нет. Мы убили достаточно много. Руслан, у нас все. Все, ребят. Все. Я же сказал, отлично. Да. Господи, как же суицидальная атака оправдала себя. Да. У меня патроны кончились. У всех все кончило. Тихо. Нет, ни у кого не бомбит, у меня бомбит. Ребята, мы играем со своими, не надо так. Да, может у них немножко подбамливает, но они играют со своими, ничего страшного. Все. Все нормально. Так. А, сори. Возможно, да? Ну-ка, пацаны, чего это у нас один не будет? Вальс тут 2 меда, ребят, должно быть. Бухой, сколько еще партий? Что? Сколько еще партий отыгрывать будем? Уже 2 часа ретренируемся. Все, последний. Угу, окей. Ребята, последний бой. Счет 8-2. 8, точно. Ну это был 8, сейчас будет 9. Окей. Давайте, может, попробуем зарашим всеми. Второй замер мы делали для последнего. Последний бой. Мы сейчас от дефа сыграем. Давайте чисто деф, короче. А, не, Чарли все равно. Да, давайте. Давайте вы будете чисто дефиться, потом через минуту где-то мы зайдем им в жопу вместе с Альфой. Да, именно.
ты правильно сказал, Муха, я хочу подгадать момент, когда и вы зайдете, и мы зайдем с Альфой. Видишь, я Альфу вывел позже, вы слились там. Только знаешь, что сделаем? Смотри, в Альфе на одного медика будешь сделать раз, потому что мы как бы будем вместе с Альфой. Два меда нормально, у нас да, есть хэвика. Смотри, смотри, да, нормально, два меда. Смотри, мы заходим первыми, Чарли заходит первыми, и через буквально 3 секунды вы заходите за нами. Чтобы как бы они думали, что мы вдвоем, без поддержки. У нас только двое, понимаешь? А там сейчас 5 человек убегает, так что... Да, немножко, немножко отвлекутся, да, немножко на вас отвлекутся, а тут хобана еще шестеро, пятеро. Да-да-да, вы должны зайти, как только нас, можно сказать, убьют уже. То есть мы должны поотвлекать внимание, они подумают, что, а, опять эти двое, да? И все, да, а потом еще 5 человек выбегает. Или чем, да? Подгадать момент надо, но, Чарли, Муха, имей в виду, нам надо выбежать со второго этажа. Да, мы будем ждать вас. Да, смотри, имей в виду, нам бежать далеко. Отлично, все знают, что делать. Просто отлично. Молодцы. Руслан, вы готовы? Да. Все, пишу гоночным. Сейчас напишут гоночным, ребят. Да. Да, поехали. Двинули. Альфа, второй этаж. Браво, крыша. Контролем. Чарли, свое усмотрение, но старайтесь не слиться. На вас идет завязка. А пилок? Направо. Будет кровавый. Один человек. Расстреливаем его. Расстреливаем. Бухой идет. На крыше бухой идет. Снял. Бухой идет. Красавчик. Молодец, контроль. Его могут... Дурель, она. Бельший город на крыше. Дурель разлаживает. Не, бухой все уже. Всегда. Браво, доложи. Двое, двое, давай огонь. Браво, крыша чисто. Понял. Альфа, первый этаж заняли. Быстро. Слева отходит, слева отходит. Смотри, смотри, вот тут сейчас будет. Вижу. Встречаем. Альфа, помогаем, Чарли. Первый этаж. Чарли, заходи, давайте быстрее. Мы минус 4 сделали уже. Их не подняли. Отлично. Мы Альфа, заходи. Их не подняли. Ой. Поднимите. Готов. Спасибо. Заходим. Чарли, минус 4, без поддержки. Заходим. Просто заходите, ребята. Браво, двигаться. Сзади обходят. Сзади обходят? Ну, гранаты мои сработали. Ребята, сзади обходят. Поднимите. Все? Да, все, 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 фу, фу. Мы без потери. Пацаны устали. Просто устали, пацаны. Нормально. Два часа тренимся. Музычка такая. Прям подно. ПДС. Да. Yes. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию. Все отлично.